О, да здесь занято. Смотри, какой красавец. Угу, спящий. Ну ты чё, мужик? Вставай давай. Сильная гематома в области правого виска. Других повреждений нет. Кровопотеря небольшая. А когда нас домой-то отпустят? Поздно уже. Действительно, когда? Реально надоело, отпускайте. Что? Молчать? Магазин никому покидать нельзя! Где управляющий? Я управляющий, Полин Виталий Иванович, а вот наш главный бухгалтер. Этого человека знаете? Да, это Феликс Голанов. Проводил у нас инициативную аудиторскую проверку. Такая потеря, такой человек замечательный и специалист. А кто инициировал проверку? Управляющая сетью Хромышева Арина Геннадьевна. А вот, кстати, она. Арина Геннадьевна, минутку, вам сюда не надо. Держите ее. Водички сейчас принесем. Это варьё его прикончило. А какое варьё? Полин, где ты? Постойте. Арина Геннадьевна. Арина Геннадьевна! Что, сильно заняты, да? Вам не интересно, что у вас тут происходит? Что вас тут человека убили? Арина Геннадьевна, да вообще беда не одна приходит. У нас... Все компьютеры, которые в бухгалтерии, в общей сеть были объединены, все полетели. Наверное, подхватили где-то компьютерный вирус. Так что всем жестким дискам конец. Да нет, это тебе конец. И подельнику твоему. Зря старались. Феликс заранее успел скопировать все данные на флешку. Арина Геннадьевна, а мы можем с вами пообщаться в другом месте? Убийство? Вне всякого сомнения, Голанов умер от удара в висок. Перелом височной кости повлек за собой разрушение височной доли головного мозга с многочисленными кровоизлияниями в правом полушарии. Удар был нанесен, так скажем, недостаточно острым предметом. То есть острие было, но как бы тупое. Что-то типа кухонного молотка для мяса? Ну, может быть, молоток, может быть, бейсбольная бита. Все что угодно, список большой. Угу. Когда наступила смерть? Около 2 часов назад. Скажи, мне жену погибшего ждать на опознание? Да ладно, нет, иди домой. Его уже сразу опознали, а до жены мы пока не можем дозвониться. Домашний телефон не отвечает, а мобильный выключен. Граждане понятые, обратите ваше внимание. Мною найден молот для игры в крокет. Предположительно, со следами крови на одной из сторон. Арина Геннадьевна, а почему вы решили проверить именно этот магазин вашей торговой сети?
У нас есть специальная методика, которая позволяет выявлять внутреннее злоупотребление. Вы понимаете, результаты работы магазинов, которые находятся приблизительно в одинаковых условиях, не могут радикально отличаться друг от друга. Отличаться по каким параметрам? Ну, хотя бы по прибыли на квадратный метр площади. Колебания допустимы в пределах 5-8%. А здесь сколько? Магазин Полина отставал по этим параметрам почти на 40%. Ого! Акционеры нашей сети находятся в Германии. В махинациях заподозрили, естественно, меня. И мне было необходимо найти настоящих виновных до приезда их представителей. А почему вы обратились именно к Галанову? Потому что он прекрасный человек и очень хороший специалист. Раньше он работал в налоговой полиции, пока ее не распустили. Вот как? Да, там он вел очень сложные и опасные дела, и все обошлось. А здесь сами видите, чем все закончилось. Арина Геннадьевна, а почему вы думаете, что Полин и его команда могли убить Галанова? Феликс звонил мне за 1.5 часа до смерти и сказал, что Полин предлагал ему взятку. Ну, подождите, давайте выйдем на свежий воздух, покурим. У меня есть к вам деловое предложение, Феликс Анатольевич. Виталий Иванович, я не буду с вами курить, пить и куда-то выходить, вам понятно? Ну, это вы странный человек. Скажите, у вас какая зарплата? Вам зачем? Ну, так сказать, хочу внести посильный вклад. И главное, я вас не видел, вы меня не видели. Я даже вас просить ничего не буду. А просто буду надеяться, что вы... Мало? Так понятно? Это был наш последний разговор с Феликсом. Вам плохо? Ничего, спрашиваете? Арина Геннадьевна, мне нужны будут записи с камер видеонаблюдения. А вы что думаете, что я сразу об этом не подумала? Только это ничего не даст. Почему? Потому что настоящие камеры стоят только на фасаде здания у кассы, в галереях с самым дорогим товаром, а все остальное ему лежит. Пугалки для покупателей. А зачем? Ну, зачем? Потому что, когда магазин открывали, сэкономили, в бюджет не вписывались. Кто же знал, что в торговом зале убийство произойдет? Правда, напротив отдела есть камера настоящая, вон с той стороны, но только вид закрывает стеллаж с обувью, как назло. Вот, полюбуйся. Я же объясняю, это супермаркет. Ну, мало ли что здесь может быть. Здорово, ранняя пташка. Чего ты в такой ранней работе? Дома все нормально? Все нормально. Вот вызвали ни свет ни заря. Вечером в супермаркете был убит аудитор. Вот. И заинтересованных в ее смерти лиц в кабинете нашли. Вот этот молот. Для игры в крокет. И что же молот? Да чё молот? Форма повреждения, следы крови. И петели на молоте не оставляют ни малейшего сомнения, что убивали именно им. Однако отпечатков и потожировых на нем нет. Это твоя личная недоработка, Холодов! Не надо было сейчас так на меня орать. Не надо было. Вот объясни мне лучше другое. Ну почему, если кого-то надо вызвать так рано, обязательно это должен быть я? Ты ж кого-то вызывают поздно ночью. Что это? Это информация из дисков покойного аудитора. Мне Котов вечером завез. А и что, ты все вот это прочитал? Ну, конечно. Че, вообще не спал? Ну, 4 часа. А что, я плохо выгляжу? Мне не нравится. Ну, так и должно быть. Анализ информации дисков показывает, что Полин с Главбухом уже несколько лет занимались финансовыми махинациями, чем причиняли значительный ущерб магазину. Да не в чем не признаваться. Не убивал я Галанова, понимаете? Не убивал! Очень убедительно. Мне вам выписать пропуск на выход? Вы что, издеваетесь? Орудие убийства найдено у вас. У меня где? В машине, в сумке. Да мало ли кто туда подбросил этот молот. Или там есть мои пачки? Вы прекрасно знаете, что их там нет, потому что вы их стерли.
И мотив у вас был. Я вас умоляю, какой мотив? Ну, компенсировал бы я материальный ущерб. Да, скандал. Да, неприятно, очень неприятно. Срок захищения теперь считается неприятностью? Ну, не факт, чтобы меня кто-то отдал бы под суд. Вы часто сталкивались с такой ситуацией? То-то. А я много знаю. Я легко могу подмочить репутацию этого заведения. Потом я не в таком опасном положении, чтобы на глазах у всех убивать живого человека. Тем не менее, его убили. У всех на глазах. Да мало ли у кого какой был мотив для убийства. Что мы об этом знаем? Прямо в магазине. Ну, не знаю, по крайней мере, мотив налицо только у вас. Ну, или у ваших сообщников. У главбуха, Григория Кузьмича. Вы его видели? Да он мух в окно выгоняет, чтобы не поссориться. А вы вот меня спросите. О чем? А вы спросите, а я отвечу. Что я, и не только я, видели, как этот бедолага собачился вечером с какой-то дамой. Может быть, даже с женой. А женщины бывают очень жестокие. Интересно, и для кого все это? Изобилие? Танюш, да это я сюрприз хотел тебе сделать. Да? И по какому случаю? Ты прекрасно знаешь, что я не ем эти конфеты. Для кого это? Тише, я на работе, ты что меня позоришь? Да пусти ты! Ну да. Полин прав, это жена Голанова. Татьяна. Нынешняя жена? Он женат во второй раз? Да. Первый брак 8 лет назад закончился смертью жены. Убийство? Нет, болела, умерла в больнице. Обрати внимание, приблизительно время их встречи совпадает со временем смерти Голанова. Я вот, Галина Николаевна, тоже сильно сомневаюсь, что Полин стал бы убивать Голанова прямо в магазине. Зачем это можно было сделать в любом другом месте? Зачем надо было относить молот для крокета в кабинет? Его тоже можно было спрятать где угодно. Нет, все-таки мое мнение такое, что это было, знаете, такое импульсивное убийство. Да. А может, правда жена убила? Ну, за что? Ну, например, из ревности. Согласен. А потом молот для крокета отнесла в бухгалтерию, да? Нет, сначала она затащила тело в палатку. А, да. А что у вас по ней? Мы пока не можем установить ее местонахождение. Ну, вскрывайте ее квартиру, проводите обыск. Версию с ревностью проверим немедленно. Биллинг уже должны были прислать. Галина Николаевна, анализ звонков Голанова показал, что он очень часто созванивался с управляющей сетью Ариной Хромышевой. Нет, в том-то и дело. Еще задолго до проверки. В том числе в выходные дни и в явно нерабочее время. Он. Ну ведь точно он. Спасибо за помощь, бабушка. До свидания. Ну все подтвердилось. Соседи опознали в Голанове мужчину, который часто приезжал к Хромышевой. Не на квартиру. Нет, я, конечно, возьму записи камер видеонаблюдения с подъезда учёба, но это так, формальность на самом деле. Да, да. Покупатели обнаруживают в торговом зале супермаркета труп мужчины. Это Феликс Голанов, аудитор. Он проводил в магазине проверку и выявил многочисленные злоупотребления управляющего Полина. Вскоре найдено и орудие убийства – молот для игры в крокет. Полина задерживают. Однако убийство аудитора совсем не похоже на заранее спланированное. Выясняется, что прямо перед смертью Голанов повздорил со своей женой Татьяной. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Причиной ссоры могла стать супружеская неверность Голанова. ФС выясняет, что Голанов изменял жене с бизнесвумен Ариной Хромышевой. Именно Хромышева наняла его для проверки своей торговой сети. Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете. Мы не полиция нравов, Арина Геннадьевна. Нам просто нужна полная картина. Я повторяю, что с Феликсом нас связывали исключительно добрые рабочие отношения. Ну вот зачем вы не говорите правду?
А ведь мы проведем у вас обыск на квартире. Найдем там следы Голанова. Только зря время потеряем. Вы хотите, чтобы мы убийцу нашли? Да. Да, хотите? Или да, вы были любовниками? Да, мы были любовниками. Феликс собирался разводиться. Я поэтому аудит доверила ему. Просто защитить меня мог только близкий человек. Я оказалась в очень непростой ситуации. Вчера было что-нибудь необычное, но не такое, как всегда. Вчера должна была произойти встреча Феликса с представителем совета директоров. Он специально прилетел из Германии. Разве только это? Но Феликс погиб. Я уверена, что это дело рук Полина и его сообщников. А почему вы так скрывали свою связь? Разве не из-за жены Голанова? Связь скрывала, потому что не хотела неуместных вопросов со стороны акционеров нашей сети. А насчет Татьяны мне это безразлично. А Татьяна могла убить мужа? Насколько нам известно, перед смертью Голанова у них был конфликт. Что Полину верите? Вы только представьте себе, ну даже она ударила его в порыве. Это каким надо обладать хладнокровием, чтобы не растеряться и затолкать тело в палатку? Я в это вообще поверить не могу. А как вы считаете, она знала о вашей связи? Феликс говорил, что нет. Пока все очень предсказуемо. Татьяна Голанова была домохозяйка, а все основное имущество супругов принадлежало убитому Голанову. Оно было получено им либо в наследство, либо приобретено до брака. Так, а дети? А детей не было. Так что при разводе Татьяна теряла все. Герой. Угощайся. Слушай, я похожа на него. Может, племянница? Спасибо за подсказку. А, только родных братьев и сестер у него же тоже нет. Костя! А тут кровь. Опа! Что нарыл? На одежде Татьяны обнаружены следы крови Голанова. Итак, картинка сложилась? Ну да. Похоже на импульсивное убийство из ревности. Клево. Девочка имеет явное сходство с Голановым. Думаете, это имеет какое-то отношение к делу? Все имеет отношение к делу. Запрос в архив насчет службы Голанова в налоговой полиции отправили? Еще вчера. Хорошо. А какие соображения насчет местонахождения Татьяны Голановой? Ну, мы поставили датчик в квартиру на двери, так что если она войдет, к нам сразу поступит сигнал. Извините. Есть. Звони нашим. Стоять, полиция! Тихо. Опусти пушку. Федеральная экспертная служба, капитан Шустов, капитан Котов. Что здесь происходит? Я пришла, в доме кто-то рылся. Я вызвала полицию. Мы рылись в ваших вещах. А на каком основании? Ну как, мы расследуем убийство вашего мужа. Что? И вам придется проехать с нами. То есть? Это правда? Где он? Ну где, в морге у нас собирать? Тихо. Кот, ты как что ляпнешь, а? Давай, на кровати. О чем вы говорите? Я не пряталась. Спасибо.
Где же вы тогда находились целые сутки? Да в соседнем подъезде у подруги. Телефон почему отключили? Телефон выключила. Хотела, чтобы Феликс поволновался. А его уже не было. Значит, чистосердечного признания не будет? Да не убивала я. На вашей верхней одежде найдена кровь вашего мужа. Это бред. Я не понимаю, откуда. С кем здесь сфотографирован ваш муж? Это его дочь от первого брака. Где она? Я ничего об этом не знаю. Очень трудно в это поверить. Он никогда не говорил о прошлой жизни. Я совсем недавно наткнулась на эти фотографии, но он отказался отвечать на мои вопросы. Как зовут девочку? Не знаю. Странные у вас отношения с мужем. Он что, вам не доверял? Мне кажется, что он просто пытался что-то забыть. Как вы оказались вчера вечером в торговом центре? Я узнала, что он там встречается с любовницей, чтобы потом вместе поехать к ней. Когда вы узнали о том, что у вашего мужа есть любовница? Вот как раз вчера. Кто вам сообщил? Мне прислали СМС, я не знаю, кто. Там было написано, кто она и где сейчас находится Феликс. Галина Николаевна, ну тут совсем все просто. СМС жене Галанов был отправлен через интернет с рабочего компьютера, управляющего супермаркетом Полина. Покупатели обнаруживают в торговом зале супермаркета труп аудитора Феликса Галанова. Он проводил в магазине проверку и выявил многочисленные злоупотребления управляющего Полина. Вскоре найдено и орудие убийства. Полина задерживают, однако прямых улик против него нет. Выясняется, что прямо перед смертью Галанов повздорил со своей женой Татьяной. Причиной ссоры стала супружеская неверность Галанова. Он изменял жене с Ариной Хромышевой, управляющей этой торговой сетью. На одежде Татьяны обнаружены следы крови мужа. Татьяна категорически отказывается признать вину. Выясняется, что об измене мужа ей анонимно сообщил управляющий Полин. Да, это я отправил эту смс-ку. Я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах. В общем, решил, что это очень надежный способ, и меня не вычислят. Вы хотели отомстить Галанову? Да, боже упаси меня кому отомстить. Я без пользы для дела даже пальцем не пошевелю. Интересно, и в чем же здесь польза? Ну, я хотел вызвать скандал, чтобы Галанов убрался поскорее из магазина, и чтобы его встреча с этим проверяющим из Германии не состоялась. Угу. Результат превзошел все ожидания. Или как раз полностью им соответствует. Вы знаете, что вы на меня вот это подстрекательство в убийстве не повесите? Я не знал, что эта сумасшедшая баба его грохнет. Я даже предположить этого не мог. Бить. Как бить? Ну как вы мужа били? Я не била мужа. Сильнее, сильнее. Ну, давай, 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 насмерть. О, о. Снял. Нет, ну она явно не могла нанести этот удар. Посмотри, как она бьет. Направление движения явно не соответствует нанесенной ране. Ну и на минуточку. Кровь не могла попасть на левую сторону плаща при ударе справа. Что ответили на запрос из архива? Галанов участвовал в расследовании крупного дела по отмыванию денег банком Торо. Проходил главным свидетелем обвинения против некоего Леонида Склярина. Он начальник службы безопасности банка. А почему такое внимание к охраннику? Он не просто охранник. Склярин – организатор и соучастник убийства госслужащих, налоговых проверяющих и сотрудников полиции. Чем дело закончилось? Ну, чем? Он бежал. Был объявлен в розыск, который ни к чему не привел. Предположительно, был убит сообщниками. Ты самое главное скажи. А что у нас главное? Дочь Галанова погибла в результате похищения. В этом преступлении подозревался Склярин. Дай-ка мне бумаги. Так, а что, если Галанов встретил кого-то из прошлой жизни в магазине? Того же Склярина? Нет, этот Склярин уже давно или сгинул, или живет где-нибудь за океаном. Вероятность случайной встречи в супермаркете, она просто равна нулю. У него могли быть сообщники. Так, кто вел это дело? Следователь Сурепин. Кто? Один важняк из прокуратуры. У меня когда-то с ним были неплохие отношения. Я ему позвоню. Сурепин Олег Петрович,
следователь по особо важным делам, пенсии. Я всегда рад помочь коллегам. Пройдемся? Да, с удовольствием. Что вас интересует? А нас интересует все, что нельзя найти в архивах по банку Торо. Подробности, догадки. Ну, как вам известно, этот подлец Шклярин похитил дочку Галанова. Это версия? Да какая версия? Абсолютно точно. Имелись подозрения, что Галанов, который готовил запрос для санкции на арест Склярина, протянул сутки из-за похищения. И это дало негодяю возможность уйти. Но Галанова он кинул. Дочь погибла. Олег Петрович, а проводилась служебная проверка по Галанову? Тогда было совсем другое время. Это считалось мелочью по сравнению с крупными проблемами. И раскручивать эту версию не стали по гуманным соображениям. Галанов и так был страшно наказан. Мне кажется, у вас еще кое-что для нас есть. Я вижу, как вы хищно смотрите на мою папку. Стоит мне ее отдать, и вы снова оставите старика в одиночестве. Дайте немного поболтать. На пенсии так скучно. Какой же вы старик, Олег Петрович? Спасибо на добром слове. Здесь и часть оперативных материалов по делу, которые не вошли в официальные отчеты. Ого. Галина Николаевна, вам привет от Сурепина. Вы только взгляните на это. А что, Арина Хромышева была знакома со Скляриным? Она была его любовницей. Хромышева тогда работала начальником кредитного отдела крупного филиала банка Торо. Фигуранткой по делу она не проходила, но когда велось наружное наблюдение за Скляриным, она неоднократно засветилась в его обществе. Я почти уверен, что мы на верном пути. Все, что произошло в магазине, не случайно. И то, что Галанов знаком с Хромышевой, тоже не случайно. Я думаю, что ответ где-то в их прошлом. Ну а пока надо тщательно изучить записи на камер наблюдения с фасада магазина. Стоп. Смотри. Очень похож на Склярина. Походка, как на оперативной видеосъемке. Ну, сейчас посмотрим. Не, не похож. Андрюх, о чем ты говоришь? Ну, он же в розыск сколько лет был. Он наверняка сделал себе пластику. Так, есть идея. Какая? Сколько бы он ни делал операции, уши не изменишь. Форма ушной раковины так же индивидуальна, как отпечатки пальцев. Это что, новую программу придумали? В программу введены концепты идентификации человека по форме ушной раковины, по углублению, возвышенности ее профиля. Да это он! Склярин! Зачем он убил Галанова? Из мести. Угу. Прямо в магазине. Лучше места не нашел? Ну-ка, увеличь. Это была не месть. Он спасался. Кто спасался? Склярин? Да. Галанов мог узнать его в магазине вот по этой родинке. Вот. И никаких тебе концептов, никаких возвышенностей и углублений. Прямо в торговом зале супермаркета убит аудитор Феликс Галанов. Под подозрение попадает директор магазина «Полин» и жена Галанова Татьяна. На одежде Татьяны обнаружены следы крови мужа, а в кабинете у Полина орудие убийства. У обоих был мотив. Но вскоре становится ясно, что улики против них были подброшены настоящим убийцей. ФС находит вероятную причину убийства в прошлом Галанова. Несколько лет назад налоговый полицейский Галанов участвовал в громком деле банка «Торо». Начальник службы безопасности банка Склярин похитил дочь Галанова, чтобы оказать давление на следствие. Девочка погибла. Склярин скрылся. С тех пор идея отомстить преследовала Галанова. Он специально сблизился с бывшей любовницей Склярина Ариной. Галанов верил, что рано или поздно Склярин с ней свяжется. Да, я знала Склярина. Но мы не виделись очень много лет. Я не получала от него никаких известий. А какое это имеет отношение к гибели Феликса и махинациям Полина? Скажите, вам знаком этот человек? Да, это Пожидаев Виктор Борисович. Он приехал из Германии с проверкой. Это представитель наших акционеров. Он собирался посетить магазин? Собирался, но меня не предупредил, что будет именно в это время. Почему? Наверное, хотел инкогнито проверить, как идет работа. А когда узнал о гибели аудитора, уехал, чтобы не вмешиваться. Где он сейчас? Я не знаю. На связь он не выходил, и, если честно, мне было вообще не до него. Я ему как-то звонила, но номер был недоступен. Но ведь вы с ним еще увидитесь? Да мы в любом случае должны встретиться. Он же специально прилетел из Германии, чтобы ознакомиться с результатами проверки. Хорошо, вы свободны. До свидания. Да, кстати, Арина Геннадьевна, вы знали, что много лет назад именно Склярин похитил дочь Галанова?
Дочь Феликс? Вы в этом уверены? Абсолютно. У Феликса есть дочь. Он никогда мне об этом не говорил. Никогда. Была дочь. Она погибла тогда во время похищения. Разумеется, встреча Голанова с Хромшевой не была случайной. Он искал врага и решил, что бывшая любовница – это единственная к нему ниточка. Что рано или поздно Склярин проявится все равно. А если Голанов встретил Склярина в магазине, то тому ничего не оставалось делать, как невзирая на риск убить того и спрятать в первый попавшийся закуток. Ну все. Склярин будет пытаться покинуть страну, если уже этого не сделал. Под именем Виктора Пожидаева, который носит сейчас Склярин, он должен был вылететь еще вчера ночью. Вылетел? Нет, нелетная погода, снегопад. На рейс он не регистрировался, в аэропорту его нет, мы проверили. Надо разослать его изображение во все аэропорты и на вокзалы. Уже? Это хорошо. И еще надо поставить на прослушку и под наблюдение квартиру Хромышевой. Склярин наверняка появится у бывшей любовницы. Угу. Виктор Борисович, вы? А почему домой? Я вам звонила, вы пропали куда-то. Занят был. Одна? Одна. У нас ЧП в магазине произошло. Я знаю. Чаю предложишь? Проходите, пожалуйста. Когда возвращаетесь? Еще не знаю. Аудитор успел отчет написать? Отчет не успел, но он оставил диски. Я могла бы рассказать вам о предварительных результатах. Форс-мажор, сами понимаете. Ну и сейчас уже все понятно. И кто его убил? Подозревают нашего управляющего и жену самого аудитора. Они задержаны. Только одного не понимаю. Что ты в нем нашла? Что? Не поняла вас. Все ты поняла. Ариша, неужели я так изменился? Я правда не понимаю. Леня, а я чувствую голос твой. Ты мне скажи, что этот Голанов дал тебе в жизни. Он с тобой встречался только из-за меня. Почему из-за тебя? Он тогда дело мое вел. Сделал из тебя подсадную утку. А ты встречаешься с кем попало. Я все время заботился о тебе. Заботился? Ты думаешь, ты эту должность за красивые глаза получил? Может, это ты его убил, а? Надо брать его. Стерва! Я не знаю, была я подсадной уткой или не была, но я точно знаю, что Феликса я любила, а тебя никогда! Я повторяю, я гражданин иностранного государства, требую консула и адвоката. И отвечать на ваши вопросы я буду только в их присутствии. Ну что ж, Склярин, тогда говорить буду я. Да вы, собственно, знаете, нам ваш рассказ-то уже и не нужен, и так все ясно. Вы столкнулись с Голановым сразу после его ссоры с женой. Все заняло несколько секунд. Ты прекрасно знаешь, что я не ем эти конфеты. Для кого это? Тише, я на работе, ты что, меня позоришь? Да пусти ты! За пару дней, думаю, управлюсь. Да, все, отбой. Ты хочешь увидеть свою дочь живой?
Вы прекрасно были осведомлены, как расположена в магазине система наблюдения. Потом вы нагнали жену Галанова. Вот эту вот запись мы нашли у эскалатора. Простите. Потом вы подбросили биту в бухгалтерию. Это все? Вы, Склярин, убили целую семью. Сначала девочку, потом ее мать, не выдержав горя, заболела и умерла. И вот спустя много лет вы добрались и до ее отца. Так поступают только фашисты. Я не собирался ее убивать! Я просто бросил ее со связанными руками. У девочки стало плохо с сердцем от страха. Это был несчастный случай. Ну что вы за люди такие? Я вам подсунул ни одного подозреваемого, а двух вам мало? Ну хотите, я вам денег дам, а? Вы столько денег никогда и не видели. У вас здесь унитазы в туалете, скальпели в морге, и чашки будут золотые в буфете. Ну только давайте спишем это все на Полина. Он и так вор. Ну, хотите? Не хочу. Скажите, а тело Феликса Галанова не забирали? Вот ты какая! Таня? А ведь все из-за тебя. Почему из-за меня? Если бы не ты, дрянь, он был бы жив. А знаешь, ведь он не любил меня никогда. Так просто использовал, как приманку. Он все эти годы за Скляриным охотился. А я его до сих пор люблю.